В Одессе пройдет фестиваль «Европейское Рождество в Кирхе». Окунуться в атмосферу предстоящего праздника поможет уникальная программа мероприятий. Так, впервые проведут экскурсию по Кирхе, расскажут предысторию и значение сооружения в жизни города. Участники фестиваля смогут купить родным и близким рождественские подарки и, конечно же, попробовать настоящую немецкую кухню. И, конечно же, наше ноу-хау, которое родилось прямо в стенах Кирхи, это шоу целое, которое мы называем «Мистический орган». И, то есть это уже будет во второй раз. «Мистический орган» покажет рождественскую программу, которую мы называем «Ночи Рождества в Кирхе». Одесситов ждет много новинок в программе фестиваля. Одна из них – выступление солистки группы «Флёр» Ольги Пулатовой. Она исполнит произведения, которые не вошли ни в один альбом коллектива. В рамках фестиваля также устроит большой концерт с роялем. Шоу дополнят и совсем известными, и всем известными хитами. Мы хотим подарить в этот раз слушателям ощущение рождественской сказки, праздника. У нас будет все от рождественских средневековых песен, от рождественских хоровых номеров до классики из Франка Синатра, Нэт Кинг Кола, Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow. И, конечно же, на закуску мы готовим несколько сюрпризов, которые вы сможете услышать прямо непосредственно на концерте.